глубинах душ лежит в России платье. Святой красой цветет ее платок. И даст Господь, придет в Россию счастье и возрождение чистого глоток. Из века в век витает дух свободы, он в людях жив, достойно жить веля. С ним возродится великая Россия и будет жить любимая земля. Крест оборвал осколочный весок, но не упал он в бронзе и сегодня. Пусть наши клинцы всегда будут цветущими и красивыми, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и благополучием. С праздником, дорогие клинчане! С Днем России! Все мы хотим, чтобы наша страна, наша Брянская область и любимый город были благополучными и процветающими. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия. Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость. С праздником, с Днем России! Клинцовской городской администрации награждаются Вахрушев Александр Анатольевич, хормейстер народно-вокальной эстрадной студии «Светофор» муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры». От всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и благополучия. Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие и единство. Дорогие клинчане, пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой. Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия. И сегодня мы с радостью, благодаря за труд наших лучших людей города, хотим вручить благодарственные письма и почетные грамоты Брянской областной думы самым лучшим людям города Клинцы. Сушков Денис Евгеньевич, водитель грузового автомобиля ООО «Коммунальщик Плюс». Золотым знаком комплекса ГТО награждаются Ковальчук Марина Владимировна.